Уважаемые жители города Десногорска, на территории нашего города зарегистрировано 16 положительных случаев результата выявления новой коронавирусной инфекции. Всего проведено более 1600 тестирований жителей нашего города и работников Смоленской атомной станции. Как видите, 16 случаев положительных находок. Это небольшая цифра, но для нас сейчас более важной является цифра поступающих больных, которые находятся в инфекционном отделении и в новом ковидовском отделении, которое открыто на базе роддома. В настоящее время в этих двух отделениях находится 36 больных, в основном с пневмониями. Лабораторное подтверждение идет очень медленно. Мы отправляем в 4 лаборатории эти тесты и, к сожалению, по 10-12 дней ждем результата. На предприятиях, на атомной станции проводится бесконтактная термометрия, медицинское наблюдение за персоналом. К работникам атомной станции особое отношение, поскольку это предприятие стратегическое и непрерывного цикла, на котором мы не можем допустить распространение инфекции. Хочу сообщить, что на официальном интернет-ресурсе 100% Десногорск опубликован пост «Вопрос-ответ», в котором вы до 12 мая можете задать интересующие вас вопросы, и на наиболее часто задаваемые вопросы на следующей неделе будут даны исчерпывающие ответы. Уважаемые жители Десногорска, в заключение разрешите мне от всех медицинских работников поздравить вас с наступающим праздником Победы, пожелать вам крепкого здоровья. Всего хорошего.